Приветствую вас, друзья! Рад видеть вас на канале Доброслав 13, проект «Съедобное, несъедобное». И сегодня у нас снова выпуск о ценам. В предыдущих роликах я рассказывал, сколько стоит в Тамбове продукты, сколько стоит бензин, топливо, какие платежи за коммунальные услуги, бытовая химия. Все, что только можно, я уже вам рассказал. И в сегодняшнем выпуске по просьбам зрителей канала рассказываю о стоимости недвижимости в Тамбове. Решил я взять за отправную точку однокомнатные квартиры в новостройках. Однокомнатные квартиры уже с отделкой, то есть вторичку. И стоимость аренды однокомнатной квартиры тоже в Тамбове. Сейчас я вам все покажу, расскажу и возьмем эту цифру за отправную точку. И будем смотреть, как в следующих месяцах будет меняться цена на недвижимость в Тамбове. Кстати, еще был достаточно интересный и важный вопрос от зрителей. Озвучивать стоимость услуг по интернету и телефонной связи. Вот у себя я плачу за интернет 450 рублей в доме. Это безлимитка, оптика входит в сам дом. То есть хороший, качественный интернет стоит безлимитка 450 рублей. Да, это там не топовые скорости, а скорость 50, но мне ее за глаза хватает вполне. Сотка стоит, по-моему, около 550 рублей у нас. Сотовая связь, телефоны и все, что с современными гаджетами связано. У меня, например, на одном из номеров телефонов тариф 334 или что-то в этих пределах 335 рублей. Там у меня, соответственно, 25 гигабайтов интернета, 600 минут на все телефоны по России, подключены опции безлимитных мессенджеров, безлимитных социальных сетей и безлимитный YouTube. Ну, то есть по факту этого вот предостаточно с огромным запасом, 335 рублей. Тарифы там, например, у дочери подешевле, в пределах 200 рублей, это несколько гигабайтов интернета и там, по-моему, 200 минут разговоров в месяц, что-то в таких пределах. То есть такие вот цены на сотовую связь и интернет на конец мая в Тамбове. Да и в большинстве российских городов, я думаю, плюс-минус то же самое. Что было с ценами на недвижимость в Тамбове последние там 2, 3, 4, 5 месяцев назад, честно сказать, не знаю, особо не интересовался. Могу дать отправные точки. Когда, например, знакомые мои покупали в 2019 году летом однокомнатную квартиру на севере, которую мы будем брать за отправную точку в дальнейшем нашем мониторинге и анализе. Такая квартира, вторичка, то есть с ремонтом, можно заезжать, ставить свою мебель и жить, стоила от 2 миллионов до 2-300. Вот в таких вот пределах. При желании можно было там и за 1,9 найти квартиру. Вот. А сейчас я показываю вам, сколько стоят они на сегодняшний день в Тамбове. Ну что ж, давайте посмотрим, что творится на рынке недвижимости в России, конкретно в городе Тамбове. Вот видим недвижимость в городе Тамбове. Возьмем за образец квартиру. Пусть мы хотим купить квартиру, вторичка или новостройка. Давайте сначала посмотрим, что творится с новостройками. И за базу возьмем однокомнатные квартиры. И пусть покажет нам Авито это все дело на карте. Видите карту города Тамбова. Центральная часть, я ее сейчас показываю рукой. Соответственно, здесь квартир продается мало, строительство ведется мало. Модный юг, набережная реки Цны, тоже квартир очень мало. Подавляющее большинство, процентов 90 предложений, это здесь вторичное жилье. И вот видите, где скопление, соответственно, огромное количество новостроек. Это север города Тамбова, куда Тамбов сейчас расстраивается, где основные спальные районы сейчас находятся. Давайте посмотрим вот дома, которые я в своих роликах несколько раз показывал, 16-этажки, например, на улице Сабуровской. Здесь однокомнатная квартира в новострое 41 метр будет стоить 3,5 миллиона рублей. У Олимпийского парка вот 8 предложений есть. Стоит 3 миллиона, 3,100, 3,150, 3,200. В среднем квартира 41-42 квадратных метра. То есть 3,40, 3,250, 3,050. Это голые стены. Просто обычная как бы вот квартира пустая, которую еще отделывать и вкладывать достаточно много денег. Соседние дома то же самое, 3,350, 3,250, то есть грубо от 3 до 3,5 миллионов будет стоить однокомнатная квартира площадью 41-42 метра на севере города Тамбова без отделки. Вот еще есть новостроечки. В принципе, около 3 миллионов стоит. 3,045, 2,934. Так что такие вот цены на данный момент. Еще вариант тоже 3 миллиона 50. Ну и давайте посмотрим какие-нибудь другие районы. Но особо других районов нет. Вот
такой на отшибе, можно сказать, дома стоят, как свечки, вот видите, да, строится туда не общественный транспорт достаточно далеко, не особо инфраструктуры там нет, хотя, но они чуть ближе к центру находятся, и ценник уже 3,5, 3,600, 3,200, ну, такой себе. Перебираемся в центр города Тамбова. В самом центре ничего мы не видим. А, вот 7 квартир, да, новостроек. Но это, опять же, во всем Тамбове представлено. И, собственно, на юге, ну, вот здесь какая-то очень модная квартира за 7,5 миллионов, однокомнатная. Мы за базу отслеживания в следующий месяц с вами, друзья, я думаю, возьмем вот эту вот часть города, северную, где квартиры, как мы видим, от 3 до 3,5 миллионов стоят. Есть север такой, так скажем, крайний север, чуть подальше, с меньше развитой инфраструктурой, где еще не очень хорошо ходит транспорт, относительно далеко до школ и садиков. Здесь однушки, ну вот самые дешевые 2600 будет стоить, есть и по 4 миллиона, 3750, 3650, 3600, 4 миллиона. Ну да, цены такие чудесные и замечательные. Теперь давайте посмотрим с вами второй важный фактор. Это однушки, но уже не в новостройках, а вторичка, то есть готовое жилье. Покажите нам тоже на карте это дело. И будем смотреть тот же самый район, северный район города Тамбова, спальный, где больше всего находится квартир. Давайте посмотрим, что здесь с однушками в домах на данный момент. Однушка, модная какая-то однушечка, 5300, ого, вот это цены. 4 миллиона, 3950, 5100, 4200, но здесь уже, видите, разброс намного больше идет. Есть и 3600, 3950, 3800, 4 миллиона, 3950, 4 миллиона, 4480, ну, в зависимости от отделки, от наполнения, что к чему как, то есть в среднем в районе 4 миллиона и более та же самая однушка 40-42 квадратных метра будет стоить в данных домах. Здесь вот видите, уже, конечно, вторички, предложения намного больше. Дома, которые уже обустроены, где живут давно, вот сейчас я показываю, то есть 4400, 3590 даже есть. То есть, соответственно, такой вот уровень цен, друзья мои. А теперь давайте сразу посмотрим следующий момент. Очень тоже важный, я считаю, стоимость аренды жилья, потому что достаточно много людей, не имеющих возможности купить или временно проживающих в регионе, снимают квартиры. За образец также возьмем однокомнатную квартиру на севере города Тамбова и посмотрим, что здесь с арендой. Сдается не так и много квартир на самом деле. Ценник 11 тысяч, 15 тысяч, 12 тысяч, ну 7 тысяч просто пустая квартира, вот 10 тысяч рублей. Это все цены без оплаты коммунальных услуг. Сколько стоят коммунальные услуги в Тамбове, я в принципе вам рассказывал. Вот, допустим, такая среднестатистическая квартира с мебелью. Давайте посмотрим фотографии, то есть диван, самый дешевый простой шкаф, на полу линолеум. Ну, есть где спать, куда сложить свои вещи, соответственно, такая типовая очень планировка квартиры. Стандартная дверь от застройщика входная, самый обычный простой ремонт. А, ну даже кухонный гарнитур в наличии имеется, холодильничек маленький есть. То есть стандартная, вот прям самая, так скажем, стандартная квартира под сдачу в аренду. Хорошая, чистая, новенькая квартира. 12 тысяч рублей будет стоить в месяц, соответственно. И нужно будет оплачивать еще и коммунальные услуги. Вот, сдам квартиру, однушка, третий этаж в хорошем доме. 12 тысяч плюс коммуналка. Ну и остальные квартиры плюс-минус также здесь, видите, чуть в сторону смещаемся, уже достаточно много в аренду квартир есть. Вот, есть и 16 тысяч, и 19 тысяч. Ну, много-много. То есть от 10 до 15 средний будет ценник сдачи в аренду квартир. То есть много и по 10 тысяч, но есть и дороже. То есть там вот кто-то за 9 тысяч сдает, но нужно смотреть. То есть от 10 до 15 тысяч. Такая аренда в Тамбове на данный момент. Можно еще посмотреть какую-нибудь центральную часть города. Здесь уже там 15-13, но опять же, это, видите, двухкомнатная здесь квартира. Двухкомнатная 18 тысяч в центре. То есть, и если модный район, юг, вид на реку, тут 14-28 тысяч будет стоить квартира. Ну, разброс большой.
20 тысяч. Но за базу я считаю, что следует брать квартиру, аренда от 10 до 12-13 тысяч рублей. Самая простая, северной части города, спальный район. Вот такие вот цены на недвижимость в Тамбове, друзья мои. А вы напишите, в каких городах и странах живете вы, и сколько у вас стоит однокомнатная квартира и аренда однокомнатной квартиры. Мне это достаточно интересно. Не знаю, как на данный момент, вот как раз и сравним, но раньше считал, что в Тамбове недвижимость далеко-далеко не самая дешевая. Даже здесь, по центральной России. До новых встреч, друзья! Продолжаем мониторинг. И в ближайшее время выйдет следующий выпуск с ценами на продукты в Тамбове. И посмотрим, вот наконец апреля была отправная точка. И наконец мая. Как изменились цены за этот месяц. Сравним, поглядим и посмотрим. Видите, конец мая на дворе, а я все еще хожу в куртке. Вот такая вот странная весна в этом году. Пока-пока, скоро увидимся. До новых встреч.